общем, что хочу сказать. Помните, я вам говорила, то, что вянет вот кустик у меня. Он набрал цвет, вот уже ягодки завязываются. Вот, и он все плохо, плохо ему. Я думала, что это фузариозное увядание. Посмотрите, я думаю, подкопаю, посмотрю. Видите, что корни все съедены. Съедены, прям вот нету корней-то. И здесь мураши орудуют. Неужели это они? Сейчас я раскопаю. Посмотрю, что где. Хорошего, ничего хорошего в этом нет, что вот этот. Дело в том, что у меня и кустик вот здесь рядом тоже. Я и подумала, что, наверное, все-таки это фузариоз. Понимаете? Ну, посмотрю, я за ним понаблюдаю. Вот зараза. Ну, знаете, как говорится, главное установить диагноз в этом деле. Все, а я уже притащила гром. Думаю, сейчас я от муравьев это самое... Быстренько применю гром. Вот у меня вот такая баночка. А вон он, вредитель. Ну, буду наблюдать. Дай бог, чтобы больше их не было. Вот представляете, да? Вот так вот бывает. Зараза такая.